Здравствуйте. У нас сегодня разговор по существу с депутатом Госсовета Чувашев от фракции «Справедливая Россия» Олегом Николаевым. Олег Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Олег Алексеевич, вот недавно прошли публичные слушания по исполнению бюджета 2012 года. Да, вот вообще обычному жителю Чувашии, гражданину, обывателю непонятно, зачем нужны публичные слушания. Ну, публичные слушания – это, во-первых, требование бюджетного законодательства Российской Федерации, а во-вторых, с точки зрения того, это необходимо, потому что бюджет – это общественные деньги, это деньги народа. И, естественно, их исполнение, их реализация за прошедший год, в частности, по данному публичному слушанию, должны быть обсуждены всенародно, скажем так. То есть на эти публичные слушания имеют доступ не только депутаты, но и обычные люди имеют право приходить в зал заседания Госсовета и слушать, куда были потрачены деньги? Да, по идеологии именно таким образом должно быть и организовано, оно и организовывается так, но на практике, как правило, присутствуют приглашенные, значит, лица, это в основном со всех районов, это депутаты сельских поселений, это главы администрации и главы районов, ввиду того, что сейчас идет разделение, ну и иные граждане, представители различных общественных объединений, но я еще раз оговорюсь, они, как правило, присутствуют у нас по приглашению, потому что есть ограничение зала, оно не резиновое. То есть нет такого созыва. Вот приходите все, кто хочет. Ну, можно же в сети интернет посмотреть, да, трансляцию, если вдруг что-то интересует. Насколько мне известно, публичные слушания почему-то не транслируются в сети интернет. Насколько мне известно, организована трансляция в сети интернет только заседание сессии Госсовета. Мы говорим о том, чтобы публичные слушания тоже транслировались. Но пока, насколько мне известно, только записываются. Ну и, видимо, гражданская ответственность наших земляков, наших жителей республики, да, не настолько, чтобы каждый желал прийти послушать, куда же потрачены деньги. Ну да, у нас еще, к сожалению, наверное, вот так называемое гражданское общество еще только зарождается. Если в европейских странах это, как правило, ну, если не каждый, большинство жителей интересуется каждым движением, скажем так, чиновников, куда, чего делается, то у нас это еще пока только зарождается. Но, тем не менее, есть позитивные моменты, и это двигается вперед. Олег Алексеевич, а как вы оцениваете вот бюджет прошлого года, его исполнение? Ну, в целом, надо сказать, бюджет исполнен неплохо. Если смотреть на цифры, можно даже сказать и хорошо. Но есть тревожные факторы, о которых я говорил в своем выступлении на публичном слушании. Их, если сгруппировать, на мой взгляд, два. Это первый тревожный фактор с точки зрения отчетных документов контрольной счетной палаты Чувашской Республики, по которым видно, что за последние три года, то есть это 10, 11, 12 год, очень резко возросло суммы неэффективного использования бюджетных средств. То есть, если в разах считать, то к 2010 году это в 20 раз, к 2011 году это в 4 раза. А если в цифрах, то по итогам 2012 года эта цифра составляет 978 миллионов рублей. Сумма, которые были те или иные нарушения. К сожалению, здесь есть даже и возбужденные уголовные дела, есть административные дела. Есть даже факт нецелевого использования. То есть деньги были записаны на одну статью, а направлены на другие цели, да? Ну, примерно так. Если это благие цели, не знаю, на строительство садиков, еще что-нибудь такое, хорошие цели? Ну, ввиду того, что бюджет – это деньги общественные, деньги народные, даже хорошие цели должны оговориться и определенным образом оформиться. То есть есть для этого порядок, который прописан бюджетным законодательством, и, конечно же, его надо придерживаться. Где-то, может быть, и к сожалению, потому что это оттягивает сроки, вполне возможно, в связи с этим и связано вот второй момент, о котором я хотел обозначить, это то, что тревожит, это неполное освоение бюджетных денег. И прежде всего здесь тревожит то, что деньги не освоены очень в большей части по статье «Национальная экономика». То есть при более 6 миллиардах бюджетных ассигнований, которые планировались, около миллиарда рублей не освоены. То есть 1/6 часть примерно. Куда эти средства должны быть направлены?
Эти деньги должны были направлены на развитие инфраструктурных объектов, на развитие предпринимательской деятельности и так далее. То есть это на те вещи, которые бы обеспечивали нам завтра более комфортную жизнь в Чувашской Республике. Здесь, конечно, можно говорить, скорее всего, какие-то деньги перейдут на следующий год, но цена этих построек или реализация этих же мероприятий уже будет другая цифра. Понимаете, получается так, с одной стороны, мы не пользуемся почти год этими благами, с другой стороны, мы уже в следующем году их уже построим, то есть не 3 километра за те деньги, которые были, а может быть 2,5 километра. Олег Алексеевич, вы как в прошлом замминистр экономики Чувашской Республики, куда бы эти деньги направили? Вот это 1 миллиард рублей, куда бы направили? Я бы, прежде всего, проводил бы мероприятия, и прежде всего, которые бы повышали дисциплину исполнительной власти и позволяли бы реализовывать те запланированные мероприятия с максимальным эффектом для экономики Чувашской Республики. А вот есть, я не знаю, там специальные объекты или какие-то проблемные точки, на которые нужно направить вот именно эти деньги? Конечно. Например? Конечно. Их очень много. У нас дороги. Причем дороги у нас не в хорошем состоянии. Мы, как мы жители и города, и республики, это постоянно видим. Я вам хочу сказать, очень большая сумма денег именно на дороги не освоена за прошлый год. У нас очень много вопросов по предпринимательской деятельности. Угу. Там тоже есть деньги не освоенные. А если еще углубиться дальше, даже освоенные деньги, насколько эффективно использованы, и там есть вопросы. И, конечно же, здесь вот этот тревожный факт. Я еще раз говорю, есть очень много положительных моментов. Но вот те вещи, о которых я говорю, они вызывают тревогу. Потому что есть тенденция роста этих цифр и этих моментов. И, конечно же, надо бы проводить более серьезные мероприятия вот сегодня уже, на сегодняшний момент, ввиду того, что мы находимся сейчас май месяц, почти полгода прожили в 2012 году, вернее, в 2013 году, и, соответственно, реализуем бюджет 2013 года, с тем, чтобы не допустить в этом году таких же, скажем так, нарушений, чтобы бюджет 2013 года исполнить более эффективно, добиться более высших результатов, с тем, чтобы... Не повторить эти же ошибки. Конечно, конечно. Потому что ведь одни и те же ошибки, то есть их не было в 2010 году, они появились в 2011, а в 2012 их стало в разы больше. Вот этот факт. Олег Алексеевич, как вы думаете, власть вас слышит? Я думаю, что слышит. Я думаю, что слышит, и это видно по действиям. Может быть, реагирует очень медленно, но тем не менее слышит. И это мы видим по тем или иным мероприятиям, даже по тем законодательным решениям, которые принимаются. Например, партия «Справедливая Россия» в рамках диалога «Наш дом Чувашия» давно предлагала реализовать в Чувашии такие институты, как полномочный по правам человека, полномочный представитель по правам ребенка. То есть, когда мы вносили эти законы, их отвергали. Но когда уже было дано указание, скажем так, сверху, со стороны федеральной власти, эти решения были очень быстро приняты, реализованы, и на сегодняшний день мы знаем, такие институты есть. То есть, поэтому я думаю, что в итоге все равно власть слышит, потому что это, как правило, мы ведь предлагаем не от того, что думаем, мы предлагаем мысли или, скажем так, пожелания народа, которые, как правило, высказываются при встречах с избирателями, при общении с населением Чувашской Республики, не только в городе Чебоксары, так и в других районах. Олег Алексеевич, если вернуться к публичным слушаниям, вот некоторых экономистов, экспертов очень, скажем так, заинтересовали такие данные, что вырос госдолг Чуваши. Некоторых это огорчило, некоторые сказали, что ничего в этом страшного нет, посмотрите на соседей, у них еще больше госдолг. Вот как вы оцениваете возросший госдолг Чуваши? Если просто взять госдолг, и он как варьируется за последние годы, я ничего страшного лично не вижу. Вопрос в том, что куда эти деньги направляются, и как эффективно используются. Я лично всегда был сторонником того, чтобы уже при принятии бюджета закладывалось нормальный предполагаемый дефицит бюджета с учетом бюджета развития региона, который бы закладывал некие действия, которые дают фундаментальные основы и диверсификации экономики, и создания новых благоприятных условий для жителей Чувашской Республики. И если это именно таким образом организовано, естественно, ничего плохого здесь нет. А вообще цифры, которые по госдолгу у нас варьируются, они в рамках
требований бюджетного законодательства и нормальное ими управление, я считаю, что это хорошая профессиональная работа. Но ведь он за полгода вырос чуть ли не на те же показатели, что за 3 года вырос в Чувашии. Я бы так не сказал. Если взять, значит, показатели госдолга, он сначала был, скажем так, снижен почти на 3 миллиарда, затем в конце года для исполнения в конце года именно бюджетных обязательств Минфином были произведены заимствования и соответствующим образом исполнены бюджетные обязательства. Насколько мне известно, по итогам первого полугодия вот текущего года уже довольно-таки большая сумма госдолга уже погашена, она составляет сейчас уже более 7 миллиардов рублей, тогда как по итогам 2012 года она составляет более 10 миллиардов рублей. Эти деньги-то все равно возвращать надо. Да, естественно, эти деньги возвращать надо, но я хочу сказать, это нормальная, реальная, скажем так, работа, когда для того, чтобы исполнять, надо привлекать деньги. Без этого, к сожалению, развития не бывает. Ну и в нашей республике, наверное, без привлечения средств невозможно, потому что у нас сырья-то катового. Живем только своими мозгами, можно сказать. Ну, я вам могу сказать, не только в нашей республике. Такая богатая республика, как Татарстан, я вам хочу сказать, уже практически, если взять с точки зрения бюджетного законодательства, можно и уже говорить, что о предполагаемом банкротстве. У них там уже зашкаливает. У них универсиады, им нужно выполнять все. Согласен. Там львиная доля вот этих, скажем, государственных долгов, естественно, это заимствование со стороны федерального бюджета. Понятно, они более легкие. Понятно, они более, скажем так, и лояльнее в некотором смысле. Но, тем не менее, я как раз об этом и говорю, что под задачи, которые нужны для развития республики, скажем так, увеличению госдолга, я считаю, что это допустимо, это нормально, и это нормальная профессиональная работа Кабинета министров и исполнительной власти. То есть вы считаете, что нынешний состав Кабинета министров, в том числе, в первую очередь, наверное, Министерство финансов, в состоянии выполнить задачу по исполнению госдолга, по его снижению и выполнению социальных обязательств? Вот лично моя оценка, мы на сегодняшний день имеем такое правительство, где очень довольно-таки, скажем так, профессиональная команда Министерства финансов, которая довольно-таки хорошо пишет отчеты, тем самым получает хорошие результаты и в Российской Федерации, и рейтинги международных агентств. Но при этом то, что я сказал до этого, показывает, что довольно-таки, скажем так, непрофессиональная работа отраслевых министерств. Здесь, конечно, кабинеты министров, на мой взгляд, надо очень серьезно поработать, причем немедленно это надо сделать. То есть финансовые службы министерств, видимо, да, экономические? Нет. Или это в принципе все? Это отраслевые министерства, ага, которые реализовывают мероприятия. То есть ведь есть ведь как? Министерство финансов работает с цифрами. И отчет по бюджету мы смотрим только цифры. А ведь за этими цифрами кроются километры, тонны, штуки, там, я не знаю, там, поголовье скота. Угу. И вот, естественно, здесь отраслевые министерства, прежде всего, это Министерство сельского хозяйства, которое для нас охватывает более 40% нашего чувашского народа, естественно, должны повысить эффективность своей работы. Здесь очень много вопросов. Спасибо большое, Олег Алексеевич. Напомню, что сегодня о публичных слушаниях по бюджету мы разговаривали с депутатом Государственного совета Чувашии, членом фракции «Справедливая Россия» Олегом Николаевым. До свидания.